Летом этого года на европейский рынок выйдет новый компактный электрокар Citroën Ami. Двухместный шоу-кар Ami One французская компания показала на Женевском автосалоне в 2019 году. Теперь компания представила версию своего компакта, который получил имя Ami. В Европе миниатюрный электрокар классифицируется как квадроцикл, а значит, для управления им не нужно водительское удостоверение. Французы могут сесть за руль с 14 лет, жители других стран с 16. Для подростков Ami станет безопасной и комфортной альтернативой мопеду, скутеру и велосипеду. Двухместный челнок компактнее Smart. Длина 2410 мм, ширина 1390 мм, а высота 1520 мм. Автомобиль оснастили 14-дюймовыми колесами, а диаметр разворота всего 7,2 метра. Серийной версии Citroën Ami досталась конструкция дверей от концепта. Пассажирская открывается так, как мы привыкли, тогда как водительская – против хода движения. Панели на носу и хвосте симметричны, взаимозаменяемые с двухэтажной светотехникой. Круглые боковые зеркала регулируются вручную. Новинка может похвастаться большой площадью остекления с панорамной крышей в базе. Мышиный окрас кузова безальтернативен. Предлагаются только цветные акценты и накладки – синие, белые, зеленые и оранжевые. В простейшем салоне пара стульчиков, причем пассажирский закреплен жестко, а водительский можно отрегулировать только в продольном направлении. Материалы, используемые для отделки интерьера, в большинстве своем жесткие и моющиеся. Небольшой экранчик перед водителем играет роль приборки. Роль мультимедийки, а также навигационной системы исполняет смартфон водителя. А вместо музыки – док-станция для подключения смартфона. Есть две багажные площадки – за сиденьями и в проеме перед пассажиром. А отсек для зарядного кабеля расположен в заднем правом крыле с доступом из дверного проема. Поддон на передней панели – опции, как и сетки в дверных картах. Подушек безопасности у модели нет. Обратная сторона медали – это силовая установка. Citroën Ami имеет электромотор мощностью всего 6 кВт, 8,2 лошадиные силы. Масса бестяговой батареи предельно допустимая 425 кг, с батареей 485, а максимальная скорость 45 км в час. Расположенного под полом литий-ионного аккумулятора емкостью 5,5 кВт-часов должно хватить на 70 км пробега, а перезарядка от обычной розетки займет 3 часа. Продавать Ami планируют онлайн, с доставкой машины к дому покупателя или до точки самовывоза. Впрочем, производитель не отказывается от стандартной схемы продаж. Citroën Ami будет доступен для заказа во Франции с 30 марта. Розничная цена от 6 тысяч евро. Около 440 тысяч рублей. Также Ami можно приобрести в аренду. Обойдется это в 20 евро в месяц, 1500 рублей, с обязательным депозитом в 2644 евро. Если в России наладят поставки электрокара, будет ли спрос на автомобиль, если его цена сопоставима с Lada Granta? Делитесь своим мнением в комментариях, подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних событий автоиндустрии.